Урожай в этом году хороший. Собрано больше 2 миллионов тонн зерна. Из них 83% продовольственного. В прошлом году было всего 32. Хватит и на продажу для собственных нужд. В области завершается формирование регионального запаса. На сегодня я докладываю вам, он сформирован в размере 67%, то есть 42 тысячи тонн. Ну и всего нам надо неснижаемый остаток трехмесячный, где-то в пределах 63 тысячи тонн. Из общего 232. Эту цифру мы выполним, она вполне реальная по силам. Все территории области, хочу подчеркнуть, уже эту задачу исправились. Цены на группу продовольственных товаров средние по стране, рассказали на брифинге. Стараниями всех структур удается удержать под контролем стоимость основных продуктов питания. Наши цены, конечно, на внутреннем рынке находятся в середине таблицы или внизу таблицы по сравнению с другими областями Украины. Единственное, что у нас, можно сказать, картофель на втором месте в лидерах, он выше, чем среднеукраинская цена. Вы видите сами, что на сегодня на продовольственном рынке нашей области ажиотажного спроса на продовольственную группу товаров нет, поэтому цены стабильны. Одним из успешных методов сдерживания цен по-прежнему считают проведение ярмарок. С начала года в области уже состоялось более 1500.